Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online. И сегодня я вам покажу новинки, которые я пробовала в каталоге номер 4, который действует с 27.02 по 19.03. Конечно, первая новиночка, я сделала на нее закладочку, это мыло для кухни с ароматом кофе. На самом деле у этого мыла для кухни уже огромная история, потому что это один просто из новых ароматов. Так, по идее, да, то есть аромат новый, но продукт уже довольно-таки не новый. Оно на самом деле мягко и эффективно моет, не раздражает и не сушит кожу рук. Это так и есть. Артикул, оно идет большое, 300 мл. Оно идет всегда недорогим. И оно реально хорошо борется с запахами. Артикул у него 11211. И это мыло может быть не только для кухни. Я недавно узнала от лидера своей команды, что она таким мылом даже может помыть кошачий лоток, и лоток напрочь убивается все ароматы. Говорит, ей это мыло очень нравится. И ножи она из-под рыбы им моет, и доски из-под рыбы, из-под чеснока, и чеснокодавилку моет, и так далее, и так далее. То есть мыльце такое многофункциональное. Да, состав вы видите. Вот, его обязательно нужно смывать тщательно водой, да, вот, и, конечно, большой объем, 300 мл, также оно идет безопасно, биоразлагаемое, экологически чистое и прошло сертификацию, то есть есть и ГОСТ и все. То есть такое вот великолепное мыльце, пахнет реально кофе, да, то есть запах такой, нежный запах кофе, не резкий, не черного кофе. Я бы так выразилась, скорее всего, кофе с шоколадом. Что-то вот такое мне показалось. Да, и следующая новинка, это долгожданная новинка, спрей антистатик. Да, то есть спрей антистатик, он идет водный, без запаха, для текстильных изделий, 200 мл. Стоит тоже недорого, с нашей скидкой, да, 26%, он идет вообще очень дешево. Артикул у него 112,62, очень удобный. Он снимает статическое электричество, не оставляет пятен. Современная формула на основе косметических ингредиентов. Не содержит спиртов и химических газов пропиленов, удобно распылять в перевернутом положении. Да, то есть он идет без спирта и газов и пропиленов. Да, вот даже такой вот значочек есть. То есть вот он на самом деле, вот он так выглядит. Я его тоже попробовала. Тут идет прозрачный, довольно-таки тугой колпачок. Запаха он на самом деле никакого не расточает. Да, то есть так вот мягко распыляется. Антистатик антистатиком. Здорово, что он не смешивается с запахом духов. Очень-очень классно, да? 200 мл он идет. Артикул 112,62. Вот, тут написан способ применения, что на расстоянии 20-30 см распылите, дайте высохнуть. Вот, и состав, да, то есть тут идет состав. Вода менее 5% NPAF. Силикон, консервант. Ну, то есть ничего такого нет в составе. Да, изготовитель, сколько он годен. Ну, вот все в принципе в таком вот роде. Далее. Очень-очень мне понравилась такая новинка, как мусс. Этим муссом, да, то есть не удивляйтесь, что колпачок немножко измаран. Этим муссом мы делали дочке кудри, то есть нанесли этот мусс и накрутили кудрей. Кудри держались третий день, и я хочу сказать, что... Так, его надо взболтать для начала. У него аромат приятный, пенка очень нежная, быстро-быстро сохнет. Да, знаете, бывает иногда такое, наносим пенку на ночь, и она не высыхает. Она не высыхает, и получается, что... Люди бывают расстроены тем, что половина бигудей не высохла и так далее. И это, в принципе, замечательный способ никогда не портить волосы. Тоже здорово, тоже классно. Артикул 88,90. Вот, значит, он идет 150 мл. Придает невидимый объем. Да, это на самом деле все так. Вот тут у него идет аннотация, да, то есть придает невидимый объем, стойкий объем и не склеивает волосы, легко удаляется при расчесывании. Да, все так, но лучше, конечно, все равно голову помыть.
Да, то есть вот мы делали кудри на ночь. На третий день я уже отправила ребенка мыть голову. Кудри практически такими и остались. Вот, тоже вещь классная, шикарная, и я ей очень-очень довольна. Далее, что бы мне вам хотелось показать, это такие вот симпатичные лаки. Сейчас я уберу супики. Супики, кстати, давайте я вам сначала расскажу, а потом их уберу. Хочу сказать, что ризотто, он выглядит не так, как на картинке, и он немножко бессолый. Хотя это очень полезный перекус, но он идет такими вот беленькими хлопьями. Да, давайте с вами посмотрим ближе, да, то есть вот такие вот беленькие хлопья, хрустящие, да. Я его заваривала, идет он 140 калорий, артикул 15390. Я про него уже снимала обзор, но, к сожалению, сняла без звука. Не знаю, как так получилось. Давайте я сфокусирую состав. Вот таким вот образом. И вы можете сами все увидеть, сами все почитать. А, да, тут есть и белки, и жиры, и углеводы, и пищевая, и пищевые волокна. Это очень-очень полезная вещь. Вместо, как в нашем народе говорят, да, вместо бич-пакета перекусы. И еще вот такая вещь интересная. Я тоже заказывала 3 пакетика, но 2 уже скушала. Только по той простой причине, что они реально мне очень понравились. Это пюре. Пюре, артикул 15931, тоже продукт моментального приготовления, также заваривается кипяточком, как ризотто, и очень-очень вкусный, да, то есть на картинке тут еще идут сухарики, но внутри в составе сухариков нету. Он в меру соленый, в меру классный, и мы брали такие супы в поезд, в поездку, да, в поездку брали, и хочу сказать, что реально приятно перекусить, чтобы там не ходить в поезде ни в ресторан, никуда. Итак, давайте же с вами посмотрим вот эти вот новые лаки. Самое классное, что это лак, он идет как CC-лак, умный цвет. Да? И вот этот вот как раз умный цвет, вот на него аннотация просто шикарная, да. Идет на самом деле и удобная толстая кисточка. И он не требует базы, он не требует сушки, он сохраняет сияние, он создает объемное покрытие, он дает сочный оттенок и достаточно одного нанесения. Ну вот тут я не знаю как, но мне кажется, что все равно недостаточно одного нанесения. Мне кажется, что некоторые цвета все же надо наносить 2 слоя, иначе будут видны полосочки проталины. Или, может быть, я как-то не так наношу. Вот они у нас с вами новые оттеночки, да, и давайте с вами посмотрим. Во-первых, безупречный аметист, да, артикул у него идет, давайте посмотрим артикул, артикул 7176, да, вот, сейчас я уменьшу, вот так вот, да, артикул 7176, на самом деле такой же фиолетовый. Да, вот он такой нежный. Да, видите, прям цвет в цвет, прям идеально, да, передано. Сейчас я макну кисточку еще раз и попробую нанести. Да, довольно-таки очень плотное нанесение. И лак реально шикарный. Я сейчас снимаю через лампу дневного света. Да, вот такая вот красота. Да, прям идеально. Далее, что мы с вами посмотрим, это следующий наш оттеночек. Это будет лимонный восторг. Желтенький-желтенький, да? Но он реально прям желтый-желтый-желтый. Артикул 71-74. Ой-ой-ой, сейчас капну. Ну, ничего страшного. Мне главное вам цвет передать. Да, на самом деле, с первого нанесения, вы знаете, когда полосочки возникают, он их сам, он как бы сам распределяет эти полосочки, да, то есть тоже очень-очень удобно, когда сам. Так, следующий у нас с вами оттеночек, это пойдет лунный камень. Вот такой вот лунный камень. Он идет с такими с блестками, да, как вы видите, что-то типа металлик.
Сейчас посмотрим. Артикул у него 74-28. Я их еще не открывала. Да? Вот такой вот оттенок. Ну, он такой идет, он идет полупрозрачный. На что-то можно его наносить, да? Как вы видите. На что-то. Такой оттеночек приятный, да? Нежненький. Так, далее, что мы с вами возьмем? Это 77-17. Он идет как небесная акварель. На самом деле такой нежный легкий оттеночек, приятный. Да, вот видите, он как будто вот мы его наносим, он сначала, по-моему, как бы, да, кажется, что он слоями ложится, но потом он сам выпрямляется, да, тоже очень интересно, как бы так здорово, я бы так сказала. Не фокусируется. Блестят просто шикарно. Они, когда высыхают, они немного красивее. Далее у нас с вами идет артикул 71-79. Идет такой вот шоколадный каприз. Угу. Ну вот этот лак надо в два слоя. Да, то есть вот он, видите. Давайте еще раз макнем кисточку. Да, его надо в два слоя. Вот такая вот красота. Глянец. Видите, прям цвет сам распределяется. Если эта камера фокусирует, то вы, наверное, заметили. Следующий шикарный оттеночек у нас с вами идет согревающий марсала. Очень интересный цвет. В каталоге он представлен вот так. Да, как будто бы он чуть-чуть с коричнева. То есть наношу на весу такой. Да, очень интересный цвет. С первого раза здорово. На самом деле очень красивый. Потом у нас с вами идет артикул 71-75. Это идет натуральный океан. А нет, лазурный океан, извините. Не то прочитала. На них, кстати, очень классно делать вот всякие трафаретики, наклеечки наши. Тоже здорово. Да, но есть немножечко какие-то полосочки, да, но если в два слоя его нанести, то будет, конечно, шикарно. Вот такая вот красота. И последняя новинка, это 74-27, крыло ангела. Вот этот цвет, я почему-то люблю такие цвета, он мне очень понравился. Он идет с блесточками. Вот с такими еле-еле заметными. Да, то есть вот такое вот крыло ангела. Он такой идет почти белый, с легким кремовым таким розовым подтончиком. Подтончик до такой степени нежный, что его, вот я сейчас вижу, да, но на камеру его реально плохо видно, потому что он почти белый. И у него, видите, такой оттеночек идет, он поблескивает, он не совсем глянец, у него есть еще какие-то переливы, вот как вот у этого лака, да, видите, немножечко блесточек есть. Да, вот этот такой же. Да, чуть-чуть есть переливы. То есть он не чистый глянец, а что-то в нем есть такое вот. Ну, вот такие вот новые оттенки. Такие вот шикарные, да, цвета. Мне они очень понравились.
очень красивые, очень классные. Да, и, конечно, покупайте, пользуйтесь, наносите. Просто великолепно. Следующее, что бы мне вам хотелось показать, это тени, новинки теней. Да, как вы видите, их 4 оттеночка. Да, 1, 2, 3, 4. Первый оттеночек у нас с вами идет, это песочный вихрь. Очень интересный оттенок. Да, вот так он открывается. Прозрачная упаковочка. Да, тут вот такая вот штучка, спонжик, да, он хорошо очень крепится. А сама губочка очень эластичная такая, да. И давайте с вами посмотрим, как он выглядит. То есть мы смотрим, да, такие блестки есть у него. Да, тени такие мягковатые, я бы так сказала. Вот такая вот красота. Губкой он наносится намного гуще. Я одни тени уже успела подарить, потому что заказывала двое. Я бы хотела сказать, что они реально как бы хорошо тушуются. Но я люблю именно кисточку. Вот именно кисточку я люблю, и все. Вот я не умею вот этими спонжиками наносить тени для век. Далее, чтобы мне вам хотелось показать, это оттенок 5448. Он называется «Нежность лепестков». Это такие фиолетовые, да, лиловые оттеночки. Вот такие вот хорошенькие, да, что-то типа цвет металлик. Да, обратите внимание, сейчас сфокусируется. Что-то типа цвет металлик. Так, я надеюсь, у меня ничего не осталось. Да, вот такой. И вот такой. Это у меня лак один на пальчике, да, как вы видите. Вот такие вот они крутые прямо. Они идут такие фиолетовые, прямо фиолетовые-фиолетовые. Но не ярко-фиолетовые, а такие нежно-фиолетовые оттенки. Почему-то камера передает их как коричневые, но на самом деле они прям очень фиолетовые. Вот если сравнить с коричневым, да, вот коричневый оттенок, он идет более интенсивный, а эти идут фиолетовые. Следующий оттенок более нежный, это артикул 5449. Да, 5449. Конечно, туговато они открываются. Такая же упаковочка, все так же здорово. Да, вот они так. Они очень хорошо набираются, очень хорошо тушуются, что мне очень понравилось. И вот тут вот обратите внимание, есть такой оттенок типа металлик, да, видите, светлый. Давайте еще раз. Что-то типа легонько такое, что-то типа металлического, да, видите? Они как бы такие идут, очень интересные. И вот эти тени я оставлю себе. Те тени у меня уже одни дочка взяла, она у меня рыженькая. Другие я, конечно же, отправлю своей любимой свекрови, потому что она кареглазая, ей очень пойдет фиолетовый цвет. А это тени мои. Мои, и я точно знаю, что они мне подойдут. Вот такая вот красота. Такая вот красота. И они, конечно, очень, вот темный оттенок мне очень понравился, он пигментированный. И вот эти крупные блестки, я люблю такие крупные блестки, да, как вы видите, их тут реально много. Я люблю. А вот этот белый оттенок, он нежнее, да, как вы видите, он идет нежнее. То есть оба цвета такие приятные, то есть это светло-серый идет, а это идет прям темно-черный, я бы так сказала, но не угольно-черный. Вот. Далее, что бы мне вам хотелось показать, это средство для крем, ухаживающий крем-гель для душа. Эту серию я очень люблю. И очень приятный аромат инжира, кокос с инжиром и молочными протеинами. Я им очень довольна. Он такой вот светленький, реально густенький. Пенится он средне, то есть от него много пены нельзя ожидать, да? Но пенится довольно-таки хорошо, вот именно на моем теле. Артикул 8431, он идет 250 мл, с него реально не сушит кожу, и реально такой нежный, приятный аромат, и ярко выраженный инжир, реально ярко выраженный инжир, и он
На самом деле он питает кожу и способствует ее регенерации. То есть он идет как абсолютный комфорт, ухаживающий. Именно ухаживающий. Здорово и классно. Мне очень-очень понравилось. И очень понравилось вот это вот масло для тела. Это не масло, извините, а йогуртовый. Так, значит, минутку, йогуртовое суфле для тела. Вот, да, оно идет как ухаживающее с абсолютным комфортом, соком инжира и молочными протеинами. А больше всего, я вам честно признаюсь, мне в нем понравилось то, что когда я вышла из душа, мне муж сказал: боже мой, чем так от тебя обалденно вкусно пахнет. Да, то есть оно такое вот, видите, такое как йогурт, точь-в-точь консистенция как йогурт. И реально классно, нежно, клево пахнет. И оно не липнет, оно не впитывается, да, то есть оно впитывается хорошо, оно не липнет. И слава богу, что у Faberlic больше нету средств, которые вот как раньше липли. Я как-то раз заказала какой-то бальзам, и он реально лип к телу, и мне он очень не понравился, и я как бы немножко разочаровалась. Мыло я не пробовала, просто хочу вам показать. Артикул 8610. У него более резкий такой запах, не такой, как у геля для душа. У геля для душа нежный, а у суфле тоже нежный-нежный, а у него такой более резкий. Ну, конечно, мы руки помоем, 5 минут этот аромат выветрится. Довольно-таки твердое мыльце. Оно идет как ухаживающее, абсолютный комфорт называется. Артикул 8610. Аромат очень приятный в этой серии, но не такой приятный, как у моей любимицы теперь серии, это спа. Спа-серия — это те самые новинки, которые вот я реально долго ждала. А что мне в них понравилось в первую очередь? Во-первых, это маска обертывания для волос. Как вы видите, я уже ее открыла, я уже ее тоже попользовалась один раз. Нисколько не хуже, чем вот все маски от Expert, да, и чем-то даже лучше. Во-первых, мне очень понравился аромат, да, допустим, у антивозрастной маски от Expert мне не нравится запах, но он очень нравится эффект, да, к примеру, у маски Самлой мне тоже очень нравится эффект, но волосы хотят и пить, и есть, и кушать, да, то есть так же, как и кожа, вот, и получается, что вот именно вот эта маска, она как раз-таки нам с вами содержит вот масло карите, вот это вот все, да, и волосы становятся реально менее ломкими, да, вот, и такое ощущение, да, вот вы знаете, я также замочила волосы, да, то есть помыла их, потом я, значит, нанесла эту маску, и мне реально хватило 5 минут, чтобы я смогла смытые волосы прям пальцами расчесать. Они были такие мягкие, классные. И мне очень понравился эффект. Реально понравился эффект. Очень. Вот. Далее, что бы мне вам хотелось рассказать, это свои очень хорошие ощущения. Гель для душа, крем-гель для душа и очищающий... Нет, минутку. И масло. Да, то есть из новинок меня ждало только это за 2 недели до начала продаж. Больше я ничего заказать не смогла. Тогда этого не было. Но я хочу сказать, что крем-гель для душа, реально он идет как молочко. Да, смотрите, какой густой. Прям густой-густой такой вот. Да, меня это очень удивило. Очень классный аромат, чем-то напоминает мне серию от Ренаты Литвиновой Платинум, такой же благородный, такой же женственный, такой же классный. Артикул 2416, он идет маленький объем, 200 мл, но он того стоит. Это на самом деле обалденно вкусно, обалденно классно, приятное ощущение после душа. Но я прям вся довольна, в ванной такой аромат долго держится, женственный, приятный, что прям... Здорово, здорово. Вот тот, кто заказывал серию Платинум, которую представляет Рената Литвинова, тот, я думаю, понимает сейчас, о чем я говорю. Вот очень похож аромат, только менее резкий. Менее резкий. И второе, это сухое масло для тела. Тоже называется органа лотос. Тоже обалденный аромат. Артикул 2415. Он идет 100 мл. Идет вот такой вот распылялочки, но я, если честно, его наносила вот так вот на руку,
распределяла по руке и потом разносила по телу. То есть это на самом деле очень интересное масло. Оно через несколько минут, я бы так сказала, впитывается оно довольно-таки долго, минуты три. Да? И оно после того, как впитается, его, конечно, на теле не видно. Тело 100% не липнет после него, на него, на тело не налипают всякие волоски, еще что-то, да, то есть кожа не жирная после этого масла, но оно впитывается долго, минуты три оно у меня впитывалось, да, то есть для меня это много, и я замучилась, да, стоять и ждать. Но опять-таки, этот шикарный аромат, этот классный результат, это приятная такая кожа, я им пользовалась два раза уже, и я хочу сказать, что очень-очень мне понравился эффект, поэтому кто имеет терпение, поймет, да, терпение и попробует подождать, то он на самом деле очень хороший в итоге получит результат. Именно от этого масла, от сухого масла. И эта серия, она такая, как вам сказать, такая качественная. Она идет не дешевая. Да, обратите внимание, что она чуть ли не люкс. Да, то есть 300 рублей стоит скраб, да. Крем для душа стоит 169 рублей. А масло стоит 249 рублей. То есть пусть оно и дорого стоит, но вот этот вот эффект такой приятной гладкой кожи, да, вот как вам даже писать, да, вот, ну вот мне 33 года. Да, и вот понятно, что кожа уже не такая, как у 20-летней девочки. И вот это масло мне дало ощущение, что как будто мне снова 20 лет. И это всего лишь после двух применений. Поэтому мне кажется, что это понравится любой женщине, любой девушке и вообще-вообще всем. Просто попробуйте, да, артикул 2415, я напомню. Пусть оно дорогое, но оно того стоит. На самом деле стоит, и я прям, ну, реально в восторге. Вот в восторге и все. Также мне бы хотелось показать капроновые колготочки от Флоранж, которая к нам недавно присоединилась. И вот эти вот колготочки я заказала эмочку. Эмочка мне оказалась велика, но вот я вешу 60 килограмм, ростом я 162 сантиметра. И я решила, что я прям, ну, на грани тройки, и решила не рисковать и не заказывать эску. А заказала вот как раз М-ку, да, хотя мой квадратик был сереньким, и я должна была заказать S-ку. Вот, поэтому пожалела, конечно, но не так и сильно они на мне велики, но, вы знаете, проходив по ним, в них по торговому центру часов 5, я почувствовала, как они начали с меня сползать. То есть все же, девочки, покупайте свой размер и не думайте, что вы такие большие, что с вас все будет спадывать. На самом деле колготки замечательные. Во-первых, у них идет гигиеническая ХБ-ластовица. Во-вторых, у них идут трусики-шортики, которые реально подтягивают животик. Да, и невидимый носочек. Вот, сейчас я вам, то есть они шли в такой упаковочке, там была картоночка проложена, я это все открыла, чтобы не шелестеть, да, в камеру, вот такой вот носок, такая вот, как у них идет, да, поясочек такой широкий, то есть он в талию, если его пьется, то не так сильно, как вот, да, и вот сами шортики, и вот это вот место, оно очень плотное, оно очень тугое, оно прям, знаете, такое пружинистое, я не знаю даже, как его сказать, такое тугое, когда вы одеваетесь, талия реально прям намного тоньше сразу становится, что очень-очень приятно, да, вот такой вот носочек, и вот они сами колготочки, тоже классные, да, как вы видите. Поблескивают очень-очень легким блеском, которого, в принципе, практически не видно, да, то есть немножечко совсем поблескивают. И 40 ден они очень крепкие. Вот ластовица как раз вот это вот идет, да, хлопковая ластовица, чтобы нам было все комфортно, все приятно. И, конечно, я эти колготки хвалю. Единственное, что я почему-то взяла на размер больше, чем мне нужно. Вот, далее, что бы мне вам хотелось показать, это такой вот наборчик Dolce Vita, это в подарок на 8 марта, это красивая упаковка, классная, а тут идет 3 крема для рук, во-первых, это идет бальзам для рук,
интенсивное восстановление, крем для рук, питание, смягчение и крем для рук, надежная защита. Вот этим кремом я не пользуюсь, я его отдала, но потом забрала назад, вспомнив, что обзор не вела. Да, этим кремом пользуется моя мама, прежде чем мыть посуду. Он ей очень-очень подошел, реально подошел, да. То есть все мы с вами знаем, что в составах кремах входит что-то натуральное, и вот это что-то натуральное может то аллергию дать, что то какую-то реакцию неожиданную. Вот этот крем моей маме очень подошел. Далее, значит, идет крем для рук, питание, смягчение. А этот крем для рук тоже очень хорошо работает, мне он понравился. А вот про этот интенсивное восстановление у меня есть целая история. Так как мы уже старшие национальные директора компании Faberlic, мы ездим по разным городам. И тут мы ездили в Новосибирск, где было минус 20, сильный ветер. Потом мы ездили в Казань. А значит, в Новосибирске мы побывали в океанариуме, мы были на экскурсии, были на форуме. Все это из такси в такси, смена обстановки, смена климата. Потом мы приехали в Казань, там мы сходили в аквапарк и так далее. И получилось так, что я приехала домой, у меня руки все были обветренные, все были красные, крем с собой я не взяла. Вот, весь кислород, родный бальзам у меня на третий день закончился, а ездили мы практически 2 недели. А я весь бальзам кислородный на руки смазала и поняла, что у меня с собой толком нет ничего для рук. В общем, я дотерпела до дома, помазала, нанесла его, как только приехала, один раз, и на следующий день второй раз. И все, он у меня до сих пор стоит, у меня руки зажили за 2 применения. Что там такое в составе, да, вот посчитайте сами, сфокусируйте, да, то есть я плохо по-английски читаю. Хочу сказать, что в нем есть пантенол. И, наверное, вот этот как раз пантенол, органа и ши, оно и восстанавливает, да, и смягчает. И как раз делает защиту рук надежной. Вот. И восстанавливает тоже ручки хорошо. Тут он шел красиво сложенный. Да, то есть такая вот идет штучка, картоночка, да. И он так вот как бы помещается вот в эти вот дырочки, вырезанные из картоночки. То есть наборчик очень красивый. Все было упаковано в пленочку. И потом эта пленочка, да, и еще потом было закрыто вот тут. То есть ваши люди очень хорошие получат подарки. Давайте с вами посмотрим. Во-первых, это один крем, это надежная защита. Да, вот он такой. Он идет такой нежненький, но густенький, реально густенький. Нужно ждать, пока он питается. Да, то есть нужно ждать. Вот, второй крем. Питание, смягчение. Вот он идет более легкий такой. Более, я бы так сказала, увлажняющий руки. Он больше увлажняет, чем защищает. Да, ну понятно, что у него такая функция. Намного легче, менее такой плотненький, симпатичненький, да, то есть сразу видно, он такой как водянистый немножечко, да, вот. И вот этот мой любимчик, который мне очень понравился, да, это идет как раз интенсивное восстановление. Вот давайте тут почитаем: масло ши, облепиха и депантелон. Ну все понятно, почему мои руки так быстро прошли. Руки реально были в ужасном состоянии, он немножко желтенький. И пахнут эти крема ничем, практически ничем. Но вот этот желтенький, у него как раз есть такой вот интересный ароматик. И он такой идет реально плотненький. Реально плотненький. У него есть вот как раз этот привкус, аромат пантенола. Да, вот такой вот шикарный наборчик получат дамы на 8 марта, чьи-то мамы, чьи-то подруги и так далее. И этот набор, в принципе, стоит не так и дорого, хотя крем работает хорошо. Да, то есть 159 рублей плюс наша скидка от цены каталога как зарегистрированных, это вообще здорово. Далее, что бы мне вам хотелось показать, это маску. Шикарную-шикарную маску. Ее представляет как раз-таки Рената Литвинова. Это чудо-женщина, которая реально остановила время. Я хочу сказать, что эта маска мне очень-очень понравилась. Девушке 35+, да, но уже, наверное, женщина, да. Не бойтесь брать эту маску. Очень хорошо работает. Я эффект увидела с первого раза. С первого раза увидела. Да, видите, я и попользовалась разочек. Вот, вот этих вот трех надавлений, да, как сказать-то,
Не по-русски, конечно, выразилась. Их хватает на все лицо. И если еще вы хотите шею и декольте, да, как это делают девушки, то надо раз 6, да, нажать, чтобы оно вышло. Она такая легкая, приятная, но такая идет плотноватая, да. То есть вот смотрите, сразу же превращается в такую очень скользкую, скользкую, скользкую какую-то эмульсию, да. Вот, и смотрите, она мгновенно может впитываться. Видите? Все меньше, 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 да, то есть кожа ее съедает мгновенно. Вот, эта маска очень приятный сладкий аромат имеет, как у всей серии, очень женственный, ночная маска для лица. А вот состав, давайте я сфокусирую сейчас, да, вот видите, отсвечивает, да, вот состав и вот способ применения. Способ применения, то есть мы наносим ее на ночь и не обязательно ее смывать, утром просто умываемся водой. Да, и вот что она делает. Эта маска глубоко увлажняет кожу и поддерживает водный баланс в течение всего дня, выравнивает цвет лица, также содержит наш запатентованный транспорт NovaPhtem-O2. Вот. И уникальный кислородный комплекс, который доставляет кислород в глубокие слои кожи, стимулирует локальную микроциркуляцию и усиливает действие всех активных добавок. Вот. И, конечно, еще тут один комплекс Продизия, если я правильно читаю, который наполняет кожу активными веществами, возвращает ей красоту, сияние, восстанавливает энергетический обмен. Ну, что я вам хочу сказать по поводу восстановления. Восстановление оно есть, да, но дело в том, что я этой серией уже начала пользоваться. Я неделю назад открыла все баночки, а эта масочка, она была просто как дополнение. У меня кожа и так с этой серией сияет, и я не могу сказать точно, что вот у меня прям супер резкие изменения, потому что и так кожа приведена реально в хороший порядок. Причем я наношу дневной ночной крем от этой серии, плюс я еще наношу в течение дня, вот мне очень понравился вот этот вот спрей Platinum, активация, активная вода для лица. Я очень часто им пользуюсь, так артикул я найти не могу, но я думаю, вы вобьете активная вода для лица и вы найдете артикул. Да, как вы видите, она очень экономичная, хотя я ее заказывала давно. И я хочу сказать, что да, кожа приятная, кожа классная, но ее нужно наносить, я так понимаю, вместо крема, да, то есть вместо крема для лица. Если вы наносите маску, то крем уже для лица вы не наносите. И вот еще такие вот три новых оттенка помады. Тоже классные, красивые, да, то есть они мне все три понравились, но я их еще, честно вам скажу, не открывала. Я их так вот посмотрела. То есть компания Faberlic все очень хорошо запаковывает. Они были в пленке и еще плюс вот эта вот липкая штучка сверху. Не дает. Отдай. Вот, да, липкая штучка сверху. И сама помада вот первый раз реально туго открывается почему-то. Во, открыли. Да, такой вот оттеночек. Артикул 4402. Давайте с вами нанесем туда, где нету ничего. Давайте вот тут. Ну, то есть очень такое плотное, нежное нанесение. Да? То есть вот в один слой она у вас будет просвечивать. Да? А уже слоя 3 такое плотное, приятное нанесение. Очень мне нравятся эти помадки. И недаром у нас самый продаваемый продукт считается помада. Так, сейчас артикул 44003. Мы с вами посмотрим. Вместе с вами открываю. Да, то есть 44003. Более такой темный оттенок. Да, вот видите, тоже с первого раза она просвечивает. А со второго, с третьего уже такой сатин, да. То есть вот один слой, вот два слоя, три даже, да. То есть такая приятная. Можете сами себе наводить. Ну, все помады серии Skyline, они идут ухаживающие, увлажняющие и так далее. Губки на самом деле становятся нежными. И вот кажется, что не накрашенные губки как-то у них, вот я смотрю в зеркало, вроде как есть морщинок много, да, но когда я наношу эти помадки наши, то такое ощущение, что губки становятся как-то глаже, приятнее, да, то есть это мое ощущение уже как
потребителя. Это в один слой, это в два слоя, да, то есть такой насыщенный классный оттенок. То есть вот такая вот красота. То есть они, ну, в глаза они не кидаются, эти помады. Я не заказываю ярко-красных, фиолетовых, то есть никаких. Я люблю вот именно вот такие вот телесного цвета помадки, но разных оттенков. И если честно, они у меня быстро заканчиваются, потому что я в день могу раз по 50 подкрасить губы. Вот, ну что ж, это были новинки каталога номер 4. Понятно, что они не все. Хочу сказать, что впечатление очень хорошее. Faberlic, кстати, пена для бритья Celsius. Вот прям так выстреливает. Классно. Я почитала, что она безопасная. У нее идет свежий аромат, но муж ей еще пока не брился. Артикул 0520. Аромат безумно классный, безумно прям суперский. И я вам скажу даже больше. У меня дочка 3-летняя, из нее всякие разные пирамидки строила. Ей очень понравилось, потому что я почитала, что оно идет как безопасно, да. И ребенок у меня реально рад, да, то есть, ну, это пена для комфортного бритья. Честно скажу, у мужа еще не закончилась предыдущая пена, и он ее сказал, что не будет открывать, не будет начинать, пока та не закончится. Но моя дочка схватила, выдавила, сколько ей надо, да, прямо на стол, и давай строить всякие там из пены, да. Ну, вы знаете, что это новомодное такое развивающее занятие, очень часто практикуют с детьми именно такие занятия, там, постройка из пены, там, с манкой они рисуют, играют и так далее, да. То есть, ну, в общем, дорогие коллеги, заказом я довольна. Вот эти вот оттеночки, как они вот высохли. Смотрите, какой глянец, как красиво. Да, как замечательно. Вот эти вот лаки. Просто прям супер великолепно. Да, вот этот беленький тоже видно, как он немножечко металликом чуть-чуть отдает. Так же, как вот и вот этот. Да, как-то бы сфокусировать. Вот, да, видите? Вот, и этот также. Но он идет более глянцевый, да, то есть там чуть-чуть есть какие-то микроблесточки. Ну что ж, всем пока-пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, буду вам рассказывать дальше впечатления о компании Faberlic. Хотя компанию Faberlic, если честно, я очень люблю, потому что она дает не только хорошую качественную продукцию. Так, забыла. Компания Faberlic еще дает возможность строить бизнес. Забыла я парфюмерную водичку, букет Авроры. Она мне очень понравилась. Безумно классная, великолепная. Свежий, сладкий аромат. Сладость не такая, которая вот, да, есть парфюмерная водичка от Юдашкина, да, там такая резкая, смелая вода, трехуровневая. Это нет. Это сладкая свежесть такая. И она мне реально очень-очень понравилась. Очень-очень понравилась. Я ее заказывала 1 плюс 1 равно 3 в прошлом каталоге. В разделе промо-акции была акция. Берете 2 букет Де Аврор. И третья вам падает автоматом в подарок. 2 я уже подарила, потому что кому бы я ее не давала понюхать, все сразу говорят, боже мой, как вкусно. Боже мой, как приятно. Я, конечно, сразу же дарила. Потому что приезжали те родственники, которые уже скоро уедут, живут они далеко. Артикул 3002. На подарок, если будете заказывать на 8 марта, это реально супер подарок. И мне кажется, что это универсальный аромат, потому что он редко кому не понравится. Реально редко. Ну все, теперь все новинки я, по-моему, рассказала. Про мыло, про лак, про все. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, извините за длинное видео, но это видео я снимаю для своей команды, чтобы она знала на самом деле, какая продукция есть в компании и какие новинки, и просто рассказала все свои впечатления. Да, то есть вот, обалденная водичка. Ну все, всем пока-пока.